сейчас? Лопату купив! Лопату купив! Купив! Не просто лопата! Сука! Ну, блин! Вот это у меня было! А вот это я купив! А зачем ты ее рассоединил, если она сразу вот так шла? А я тебе объясню! А ты мне объясни! Я человечек экономный, местами жадный. Вот так вот пришел, так лопата и жить в магазине. 37 рублей. Я говорю, а давайте. А к ней еще черенок идет, брать будете? Конечно! То есть у тебя был черенок, но ты все равно раз бесплатно взял. Да, ну у меня вот. Это лопата, вот, она с писькой такой, кучалкой. Писька, кучавка. Сядь и покажу, что с предыдущей случилось. Давай. Почему я купил лопату? Что? Я ее пытался отсберечь до последнего, да? Приложи себе. Это слюнявчик, ты когда ешь, чтобы... Да, чтобы крошки вот сюда... Слушай, когда я ем, у меня радиус поражения 3 метра не поможет. Сначала она начала трескаться тут, я так. Ее клею. Ты клеил лопату, правильно? Клею лопату. Лопату, которая 300 рублев стоит. 377, вот такая стоит. Ну, вот да. Это дорогая была. Потом она начала трещать у черенка. Потом я ее закрутил. Саморезами. Я ей жизнь продлил недели на 3. Сука, снегопады эти сраные задолбали. Ни одна лопата не выдерживает. Я ее чиню. Подожди, а сегодня же у тебя не было лопаты. Как ты почистил снег? Вот так чистил сегодня. А что там за писюлька висит? Вот. Это катетер какой-то. Я лопаты. Ты ее спасал? Я стыковым клеем прошел. Закрепил специальным монтажным скотчем. Она все равно ёбнула. Это как женщина. Если она тебе не подходит, сколько ее не ремонтируй, она все равно сломается. Надо новую купить и свой черенок к ней вставить. Грамотно. Она чики-пики, оп, и все. Вот, съемная лопата. Но ее уже с нами нет, да? Пришлось купить вот такую. А к ней давали черенок. А я че? Мудак отказываться от черенка дармового. У меня все. Спасибо, Гудини, ёб твою мать.